Ну, поехали. 180. Первый раунд. Осторожно. Осторожно. О, конвертер. Ам-ам. Красные лучше, чем, наверное, все синие. Были полезнее. Привет, Керли. Что-то конвертер реально часто прокует. Прям очень часто. А вот гист с помощью первый раз вижу на старте. Гист непонятный айтем. Как типа Bloody Lust, но... Но нет. Но ведь вовсе же вроде нет. Не пойму, что полезнее. Вроде дают дэмэдж, кажется, дэмэдж хорошо, но вроде тут дают тирейт скорость. Скорость не особо нужна, обычно тирейт вроде прикольно. Стэтс? Нет, стэтс больше нету. Нужен карлик, который не будут эти статы заполнять, меня заебало. Я устаю, блядь, эту хуйню заполнять времени, пиздец, трачу на эти стримы. Еще эти стат-файлы заполнять. Еще на YouTube эти ролики кидаю. Ладно, там быстро не кидается, но все равно. Короче, заебало. Пока больше не хочу этим заниматься. Может, потом вернемся к этому. В другом стрике. Хотя подожди, наш не будет другого стрика. Стрик это будет раз и навсегда. Мы же больше не будем умирать на этом персонаже. Какой другой стрик? Тирет. Найс. Сразу нормальные подгоны пошли. Скорость не очень. Все остальное вроде более-менее нормально. Даже дэмэдж неплохой. Неплохо. Музыка неплохая пошла. Привет, резончик простудился. Почему? У меня голос изменился. Вроде нет. Вроде... Не простуживался. Заложенный нос. Думаю, нормальное состояние, значит. I am 12 years old again, same. Мне кажется, сейчас эти даже две лапки могут сработать. На самом деле. Кто-то говорил, что буквор можно собрать. Типа, если у тебя две одинаковые книжки будут. Только нужно именно это, да. Типа, или диплоп, или что-то такое надо. Все было, типа, две копии было одного и того же айтема. Тогда может прокатит, господи, что это за рума. Они ж поломали эту схему. Поэтому теперь что одинаковые пассивки, что активки, да одно и то же, по мнению игры. Ты же можешь название стрима VR, да блять, это же VR. По-моему, это еще пока смешно называть VR-ом. Не знаю. Пока, думаю, я не буду ничего писать в тайтле, так как это сильно глупо, по-моему, будет выглядеть. С таким количеством ранов в VR писать. Тем более, VR может отобрать Грег за один стрим. Если я сдохну, и он еще пару раз Айзека постримит. Такой себе VR. К чему лишний флекс? Флекс, конечно, хорошо, но пока, думаю, ни к чему. Так, схема. Так. Бля. Быстрее. Пока. Кайф. Пока. Wait, future, how come I haven't been banned yet for calling you a leisure all the time? Because that's religious, so are you
Just a bit in your time. One day, Tiny, one day. I'm just waiting for a moment. Привет, табакер. Оп. Четыре контейнера. Так, Степашка или Степан? По-моему, Степашка падала часто в последнее время. Пора Степана получить. Это челлендж, это... Нет. Это просто обычный ран на Эдене. Сундук. Коричневому псу верить нельзя. Это не челлендж. Ладно, в принципе, пойдет. Правда, печально, что у меня теперь нет синих хп. Может, осталось все-таки одно оставить. Ну да ладно. Челлендж называется «Возьми сделку и не умри». Сложный челлендж. Я его раза два уже проваливал за последние несколько лет. Даже, может быть, три раза, может, даже три раза. Теперь стало проще, потому что можно просто не идти на сделку, по большому счету, и вообще не париться. Ах ты, тварь, ну вот я и говорю. Надо было одно оставить все-таки, наверное, хп. Аж ипка. Ну ничего. О, это можно брать. Хотя, правда, подожди, у меня же скорость будет меньше. Ну ладно. Там будет скоро где-то 0.8, чуть меньше, да? Сейчас взорвем этого шопкипера и нормально будет. И точно все прокнет. О, вот еще аркада есть. А в аркаде кто? Никто. Взрывать некого. А этом есть? Подожди. Это взорвать можно. Это взорвать можно. Это взорвать, наверное, не можно. Ебать, на пауков много. Бомбу не забрал. А, у меня же джажмит в руках, господи, я троллю. Забыл. Гнилое я брать, наверное, вообще не буду, наверное, уже. Гнилые сердца я не люблю. Потому что они full hard damage. Эти мухи, там толку от них мало, когда их... Когда у тебя один всего контейнер. Типа, когда у тебя много контейнеров, может, прикольно. Там, типа, миллион мух появляется каждую руму. От одного контейнера толку мало. Думаю, я не фанат их брать особо. Только если есть какие-то синергии на эти мухи хорошие. Не, ну гист, вроде, фига, нормально прыгнул. Короче, гист вроде ничего такое, если его прокачать. Вроде неплох. Нет, музыка так играет всегда. Это норма. Стримера можно не слушать. Главное, чтобы музыку было слышно. Тоже можно взорвать.
Опять демон ворчит. Только стены начал, демон уже ворчит. У меня ключей нет. Так, грустный факт. Дай ключ. У меня же есть ключи. У него есть ключи, по-моему. Кстати, куда я на какой сделке шадуль? Так, Юкай. Лучше мне такие вопросы не задавай. А то я могу не то подумать. С бомжа дают много, если, типа, эта сделка должна быть, ну, типа, 100%. Там же от этажа зависит, сколько ты получаешь процент. Он меняется от шанса, который у тебя, короче, должен быть без получения дэмэджа, грубо говоря. Без получения Red Heart дэмэджа. Там процент разный, потому получаешь разный плюс процент за все эти приколы. Дашь ключ? Не даст. Ой, псы, ой, псы. Хрен достанешь ключ. Дай ключ. Давай еще поиграем. Фига. Ну, видимо, да, получается шанс на планетарии будет. Ура! Ладно, теперь я даже беру, видимо, их хуйню эту, потому что у меня все равно хп нет теперь. Ладно, теперь можно и взять. Окей. Ну, 81% немало. Шанс есть, что это прокнет. Взорви, он даст пауков плохих. Чего его взрывать? Он же ничего не дает. Ого. Окей. Неплохо. Ну, это была бы обидная минус-сделка. Так, а это очень странная сделка для этой игры. Найс, пауки. Ладно, что дальше? Привет, Forcing Cat. Ладно. Планетарий. Взорвать он дает, по-моему, этих. Так. Пауков дает, короче, черных. Если его взорвать, как обычного этого. Ну, как попрошайку этого. Дьявольского, если взорвать. Там тоже пауки. Так. Опять можно сделку бафнуть. Формально мне даже не особо нужны этому руму, если так подумать. С таким билдом уже. Но все же. Все же я бы не отказался. Одинаковые. Скоро будет спиддаун, я уверен. Все будут так таблетки жрать. What if instead of shot speed was shit speed? What? Even if they make like new stat? Shit stat? А, господи. Sounds pretty shitty. TBH. У меня просто ключей нет, в смысле. Я не хочу планетарий, потому что у меня нет ни одного ключа. Я решил сначала идти в магаз, потому что в магазе у меня денег много.
Мне просто пока особо выбора-то не дают. Окей, дали ключ. Ну, потому что у меня было много денег, я пошел в магаз. Логично? Вроде логично. У тебя много денег, ты идешь в магазин. Потому что там тоже может быть ключ, что-то может быть полезное. Помимо ключа. Вот теперь мы идем в Вайтом Руму. Секретка. В ней таблетки все разные. Это я уже ел. А, таблетки есть не буду, опасно. Addicted. Совсем addicted. О, Абель. Всем трастер, спасибо за 3 сапы. Всем трастер. Спасибо за 4 месяца. Все, на стример Планетари Бой. Планетария норм. Иногда. Бывает норм. Ничего там зазорного не вижу. У нас уже 21%. Я опять ем таблетки, это ошибка. Тебе дали скорость, я не пух. Бля. Я РХП. Сойдем. Ну-ка. Вернул обратно. ХП. Будем считать. За игру можно больше одного раза найти планетарий, если, например, вообще все голдрумы игнорят в ране до беста. По-моему, когда ты заходишь в планетарий, у тебя обнуляется шанс. Правильно. Но потом, если ты опять скипаешь трум, уже опять появляется. То есть ты в теории можешь найти, наверное, даже без тринкета. Планетариев. У меня несколько, у меня же, по-моему, даже такое было, по-моему, как-то раз. Что я находил несколько планетариев за ран, даже без тринкетов. Еще потом же обратно может бафнуть шанс. Или нет? Или я троллю? Нет, точно было, что я находил два планетария без тринкета. За один ран. Все в кассу переводить? Не знаю. Люблю красное ХП, видимо. Ничего не буду с собой поделать. Типа меня ХП отобрали, я ХП вернул, понимаешь? Баланс восстановил во вселенной. Ну, у меня был же Бунхард. Я его вроде даже не потерял, поэтому все нормально. Скорости мало. Ой, Ера. Где моя уайлд-карта? Точно подтверждаю, когда я проходил видно со всех персонажей в одном сиде, то планетарий спавнится так, что в них закончились все их айтемы. Ну, значит, получается шанс обратно, видимо, этому уж меняться. Он, типа, не на 1% потом фиксируется. Так что да. Там реально пул-то маленький, кстати. В планетариях. Там сколько всего, я думал, 12 или около того. Там у тебя опции проклятые, если там еще кубик есть, ты вообще можешь очень быстро пул поломать. Даже в одном, наверное, ране, в теории. С кубиком. Не так сложно. Как он... Библиотеку поломать, примерно такая же история. Сопоставимая, господи, пин, ты меня бесишь уже. Где от меня мерзкий пин? Не хочу терять Бонхард. Табукорм? Табукорм. Фуминг маф. Может, пора уже так пойти. Чисто ран на книжках. Книжный ран. Mm-hmm.
Вот 9 вольт тоже не уже подумал. Полезно было бы. А! Мультики. Тоже нормально. Диман, это или Коран, или еще хуже. Одно из двух. И то, и другое это бан. Но мне лень. Поэтому пока живи. Сапная беля. Кстати, да. Фига мне там тирает с этим тринкетом. Окей. Мемно. Че, еру оставляю или нет? А, еру оставляю. Естественно, карту в большой руме нажмем. Давно не было Magic Mushroom. Целый день, по-моему, вчера не было Magic Mushroom. Из грибов пора его найти. Опять спидал. Orange Down. 6-3. Нормально, наверное. Эй, Xili. Какой-то ванап, да? Очень странный ванап, который я очень не хочу использовать, но... Пускай он будет, наверное. Типа, ты не умираешь, ты потом становишься мелким пиздюком. И если ты, короче, выживаешь руму, ты вроде получаешь весь свой билд обратно, да? В следующей руме ты будешь просто на пол хп. Что-то такое, да? Какая-то странная херня. Я его сам ни разу, по-моему, не использовал, по-моему. Ни разу не видел, как это прокает. А как это всрато будет. Но, ладно. Чисто для подстраховки. Пускай не миллион. Ждем Дамокл. Что-то я не уверен, что с Дамоклом это прокает. Это ж типа не Shadow и не 9 жизней. Это не сильно безопасно, по-моему, звучит. Такие проки с Дамоклом. Не путаю? Может, путаю. Я GTA этому говорю новые, толком еще не знаю сам. Только то, что видел у кого-то. На стримах или у себя. Больше я ничего не знаю. Википедии я особо не читаю. И даже Ютубы эти смотрю не так часто. Только мемы. Там вчера новую мемку это показали, что теперь можно через бомбу теперь, короче, можно брать два айтема с опцией. Там Frame Perfect Trick новый появился в Айзеке. Может, мы его где-то попробуем сегодня сделать? Может быть. Но, скорее всего, нет, потому что там это дорого. Типа нам нужно хп тратить, бомбы тратить. И там не так просто это, в принципе, сделать. Там реально, по-моему, окно один фрейм. Где дьявола, потом где дьявола нет опции. Так, мы пытаемся не скипать мультик. И еще пошли это. Да, я, во-первых, еру оставил, но я сейчас собирался тебе обратно все равно. Мне еще за ерой идти, еще в Кёрсруме не были. Там как раз хп дали, чтобы можно на халяву пройти. Не, там не нужна рисок машина. Там просто нужна бомба и рума с опциями. Там видео есть на каком-то канале Синтера, что ли.
Барьера. Можно немного пофармить. А этому приказ у меня хп вообще синего нет. Лол. Это была бы вторая, да, уже часть гапи. Чё-то хз. Теперь есть, да. Теперь у меня есть синяя хп. Ну не, наверное, все-таки я оставлю эту хрень. Вдруг будет инкубус. Кто его знает? А еще я вечно забываю, что у меня есть старый актив. Такой сделали херовый склбэк, но я нихуя теперь не вижу, что там айтем второй есть. Я забываю просто напрочь, что там какой-то второй айтем есть в этом слоте. Никогда не вижу. Ну ладно. Конвертер, да, не. Пускай одно синее будет, наверное. Lil Brim's King Baby. Тоже вариант. Что дальше? Мне больно в то, что пи смотреть. Смотреть это похоже больше на слушать, наверное. А не смотреть, как это можно сейчас смотреть, то, что пи. Это же совсем мало. Совсем мало пикселей. Активки на левый контрол, да, переключаются. По умолчанию. Да, там еще и звук же режут, кстати, что самое смешное. То есть там реально у тебя все обрезано, и звуки, и видео. Так. Наверное, нет, у меня скорости будет мало. Совсем будет мало скорости. Я, конечно, Юпитер люблю. Nah, it's not 1% chance. It's not. I did skip one item because I had no key. It was like 21%. Relative. Это ладно. Два хп. У меня уже 6 хп есть. Думаю, хватит. Ну, опять Соник. Так, планетарий видел, айтем рума, наверное, не видел. Походу нет. А вот она. Ага. Блин, выжил. Золотая какашка где? Какая какашка? Я пропустил золотую какашку где-то. Friends till the end. Уминг. А, верно. Окей. Блин, ладно. Плюс гест. Статов немножко дали. Все не зря. Опять плюс угрен. Пятницы вам.
А, да, палец же не быстро, я забыл. Обидно. Так, карту это надо проверю. Мультик, да? Ох, на эти мультики. Все равно уже не будут планетария. У нас 1%. Еще бомба. Друг бланит. Ну, значит, не взял бы я айтем. Не беда. Он ран уже пройден давно. Ран пройден еще на втором этаже, по-моему. Че уже сильно париться. Блядские пины. Почему такая задержка ебучая? Это огромная задержка у них. Иногда. Три карты. Неплохо. Justice. Привет, Heavy Rain. Газа вроде не было. Еще не было. Еще Steam Sale в придачу. Еще одного я не хочу. Этого хватит. Спредит away. Ордер, да. Не самый оптимальный. Yeah, you can get like infinite mid boys level. Not infinite, like a lot of mid boys. This pillar. Up to your health. So how are we doing, John, on this new morning? Solomon, спасибо за саб. Pretty good. Господи, 160p сабы. У тебя же смайлы будут тоже в 160p. Ладно, смайлы будут, наверное, хорошие. Там все хорошо будет. Хоть что-то будет нормально. Все, лучше я саб. Там, сегодня же добавили анимированные эмоты, да? Вчера. Если они у меня уже есть, надо посмотреть. Если у меня как бы их ноль, может какую-нибудь гифку эту добавить. Надо будет это... подумать, что можно такое добавить, чтобы это... не забанили. А то гифки-то ж типа это... тоже DMCA. Тоже, наверное, опасно. Conjoint? Maybe. I don't feel like I need conjoint. Там музыкального. Так он же уже есть. У нас же кэджем есть, значит другое, наверное, уж. Думаю, так уже все уже привыкли к кэджему.
Он есть и бесплатно. Там вроде можно... О, первое забираю. Там вроде реально можно просто гифки, по-моему, кидать. Ну, вроде как, по крайней мере. Обещали, что может быть просто типа гифку закинул и все. Типа имоут есть. Это вообще это сильно упрощает. Всю эту возню. Апроид не, апроид-то будет-то, понятно. Ну там же, там нет такой прям модерации жесткой этих имоутов. Там понятно, что по факту там эмоуты, там люди что угодно используют. Да пока кто-то там не заметит из этих, ну, из правообладателей, что типа вот там их там... Их там контент, типа, кто-то использует как там эмоут, как у них канале, где там миллион сабов. Типа, и он там зарабатывает миллионы денег. О, господи. Че с деньгами? Денег нет. Какие деньги? Привет, Трун. Ушел. Бля, там не было никого. Вроде. Без брауни. Кости дамажит. Удачно рано рвут брауни. Тирит. Тибилд, в смысле, у меня ж маф. У меня маф и ножницы. Хоуминг. Это разве не билд? Где есть билд? Еще тиры. Господи, сундуки нынче, конечно, восхитительные сундуки. Сколько с них всякого сыпется. Из билда мидбой. Мидбой тоже есть, кстати, я что-то его даже как-то упустил из внимания. Еще и мидбой есть. Чудо мидбой. Польза. Но это я не возьму. Так, там хп, по-моему, было максимальное, вроде максимальное. Thank you.
Привет, Эвер Твич. Как дела? Дела нормально. Как ваши дела? Дурка или слышала? Почему только дурка? Что, кроме дурки, что ли, больше билет нельзя получить? Строум. Так-то много с чем можно билет получить по болезням. Не только по дурке же. Так, а джем это только в этом, БТТВ. Города. Именно если у тебя нет БТТВ, то туда у тебя не будет кэджема. Типа все анимированные эмоты это как бы все БТТВ. До данного момента. Твича не было никаких анимированных эмотов. Были платные забивцы. Может быть, я уже даже не помню. Может что-то и было такое. Ну там типа не все эмоуты, ну типа эмоуты, наверное, которые в битс этих сообщениях типа идут. Да, вот типа такая хуйня. Ну да, спасибо за один битс. Демонстрация. Эмоута. Да, эти эмоуты уже давно есть. Типа с битсами они сделали давно уже эту херню. Получается. Бам-бам-бам. Потрясающе. А! Мейс, естественно. Ну ладно. Это тоже будет хоуминг. Теперь у всех хоуминг. Максимальный хоуминг. Минут, что долго, капец. С малым пентаграммой.